Краткий инструктаж и последние приготовления. Ответственный день для пятиклассника. Они проявляют заботу и поздравляют с днем пожилого человека, жителей города. Сегодня наши гимназисты из Одинцовской гимназии номер 11 будут помогать пожилым людям переходить проезжую часть, также рассказывать, напоминать, как правильно ее переходить и дарить светоотражающие элементы, которые можно прикрепить на одежду, чтобы наши пожилые люди были заметны в темноте при фары машин. Юные инспектора разделились на две группы. Пока одни переводили пожилых людей через дорогу, другие рассказывали водителям, как важно соблюдать правила дорожного движения. Юные инспекторы дорожного движения, которые нам во всем помогают, которые сами ходят по детским садикам, рассказывают деткам про правила дорожного движения. В общем, это наши помощники. Пожилым людям на одежду повязали специальные светоотражающие полоски. Для каждого участника дорожного движения юидовцы подготовили поздравительные стихи, сказали много теплых слов. Мы хотим подарить вам вот такие светоотражающие ленты, чтобы при переходе на ночью, вас видели водители. Сотрудники полиции и общественных организаций надеются, что благодаря подобным акциям пожилые люди на улице станут более внимательными, а дороги безопаснее. Для подрастающего поколения это еще один повод вспомнить о пожилых родственниках, позвонить им и сказать о своей заботе и любви, напомнить о внимании и безопасности на дороге. Рустем Айгишев, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».